Да, Дуда, плей. Привет, ребятки. Ну что ж, давайте продолжим играть в наш красный шарик. Мы остановились в прошлый раз на 7 уровне. Так, и здесь у нас задача. Так, заберем сразу звездочку. Так, шарик. Ой, этот квадратик. Ай, ой, укусил меня. Так, аккуратно. Давай, щелкнем его. Да ты что такой проворный-то, а? Слушай, квадратик. Опа, есть, готово. Сняли мы с него шапочку, и теперь он практически беззащитный. Мы его сейчас щелкнем. Все, ребята, щелкнули. Хорошо. Теперь отправляемся дальше. Опа, все. Так, тут еще один квадратик. На, получай. Так, давайте заберем звездочки. Так, а здесь у нас, получается, бездна, что ли, да? Ну, давайте мы сейчас подвинем вот эту штучку. Все, хорошо, забираем звездочку. А, здесь надо наверх нам пройти. Давайте поставим сюда коробочку. И попробуем перепрыгнуть на счет 3. Раз, два, три. Прыгаем. Опа, есть. Готово. Так, водичка. Так, наш шарик купаться не любит. А-а-а! Не любит, и я прыгнул прямо в воду. Ай-яй-яй, ты чё бьешься? Квадратик. Опа, есть, готово. Звездочку мы собрали с помощью нашего квадратика. И у нас осталось 4 жизни. Так, сейчас собираем. Так, ставим сюда. Сделали защиту. Так, прыгаем. А ну, прыгаем, прыгаем на него. Сейчас, подожди. Ай! Да ё-моё. Ты чё такой злой, квадратик? Иди ко мне. Есть. И еще раз, давай, давай. Опа, щелкнули. Щелкнули мы квадратик этот нехороший. А здесь что? Ух ты. Здесь нам нужно, ребята, попрыгать. Опа, 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 опа. На. Есть, получил. Получил наш квадратик по заслугам. Так, а этот мы сейчас, мы его как-то, не знаю. Опа. Все. Упал наш квадратик. Так, а это что-то вот, что мне тут перепрыгнуть, наверное, надо. Ой-ой-ой, аккуратно. Здесь надо очень быть аккуратным, чтобы не упасть в пропасть, ребята. Так, наша тачка готова. Так, что здесь делаем? Понял, тачку ставим сюда. И теперь мы берем нашу коробочку и ставим на тачку. Ага, так. Дальше тачку нам нужно толкать. Толкать, толкать. Изо всех сил толкаем. Все. А, камушек мы этот преодолели. А теперь у нас здесь, смотрите, ребята, есть звездочка. Давайте ее заберем. Так, и перепрыгнуть мы не сможем. Давайте опять тогда. Вот таким способом. Опля! Есть, готово. Так, сразу прыгаем на квадратик. Лопаем его. Так, а что же здесь? Здесь нужно так перепрыгнуть. И нужно нам вот эту вот штучку поставить вот сюда. Забираем звездочку. И теперь нужно нам поставить коробочку вот в этом месте. Так, но пока нам нужно щелкнуть вот этого челдобрека. Опа, готов. Готов, дружище. Так, что у нас здесь? Это такой вот лифт небольшой. Давайте мы его отодвинем. Так, но он что-то не очень хорошо отодвигается, ё-моё. Давай, покрутим его еще сильнее. О, так, все, это на максимум, да? Прыгаем. Не допрыгнули. Чуть-чуть оставалось. Давайте еще раз попробуем. Надо покрутить вот эту штучку. Как она, ребята, тяжело крутится на самом деле. На самом деле очень тяжело. Она даже до конца вот не может крутиться. Ладно, прыгаем. Опа, хорошо. Ребята, у нас получилось. Так, а здесь у нас... Ой-ой-ой, опять я решил покупаться. Но шарики купаться не любят, поэтому... Ай-яй-яй-яй, фух, ты видел? Видел, я чуть воду... Воду реально прыгнул. Так, а это что такое? Ё-моё, что это такое вообще? Что это было? Как мне теперь? Давай назад. Блин, я что-то не понял, как здесь... Как здесь делать? Ай, в пропасть упали. Так, здесь надо как-то... Все что-то оно у меня падает, рушится. Ладно, сделаем сейчас аккуратненько. Вот так, ой-ой-ой, а как это перепрыгнуть, ребята? Что-то я не понял. Ну что ж, ладно, игра завершена. Ну, поиграем тогда, ребятушки, завтра. Так, привет, что ж, штучка. Бадди, что мне с тобой делать?
Так, ты можешь прыгать, я тебя могу бросать. Подожди. Встань-ка сюда. Сюда встань. Я сейчас поиграю немножечко в игру. Давай, давай посмотрим. Так, у меня есть 4 спина. Нифига себе. Так, давайте посмотрим. Ух ты, что-то открыл я. Так, спасибо. Я не знаю, что это... Ребята, что это будет обозначать? Еще одну открыточку. Это просто, наверное, открыточки, да? Ладно. О, последняя попыточка осталась. Нет. Ничего не открыл. Давай еще раз. Может, это еще откроется. О, давай. Есть! Новая открытка. Алан, да, чужой. Вроде бы как тут что-то еще есть. Так, смотрим, ребята, что у нас здесь есть. Так, а здесь у нас есть вот эта штучка. А, есть она, да, вот эта штучка. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, бади, прости. Но нам надо зарабатывать деньги. Так, открыли сундучок. Получили 200 монет. $200. Круто. $200. Давай еще немножко заработаем. Долларов 200. Еще долларов 500 заработаем. И откроем, ребята, что-то новенькое. Так, все. А что денег я не получил? 600. Давай до 600. До 1000 дойдем. Заработаем. Так, это не надо, мне неинтересно. А что тут еще есть интересненькое такое? Чем можно еще позаниматься? О! Я, ребята, купил вот эти вот шарики, которые стреляют. Давайте причесочку мы сделаем. Так, тихо. Давайте превратим Бадди... Ой, давай это выкинемся. Давай, Бадди, мы тебя сейчас превратим в ежика. Да, в ежика. Ух ты, оно почему-то в разные стороны стреляет. Давай сделаем из тебя ежика хорошего. Так, тихо. Все, ежик у нас получился, ребята. Что еще здесь есть интересное? Давай посмотрим. Так, арбалет $500 стоит. Ого. Дальше. Так, это все за золото, да? Так, а вот смотри, фри. Бесплатно. Это интернет нужен. Ладно. Ребята, интернет я отключил, чтобы не было миллион реклам. Так, а тут, смотри, за золотые. За золотые монетки все. А вот баксы. 2900 баксов. Офигеть. Офигеть, как все дорого. Ладно. Так, знаешь, что сейчас сделаем? А, у нас еще оружие есть. Оружие есть, пистолет. А, вот такой автомат, смотри, давай автомат купим. Да, дорого он стоил. Автоматик. Но и мы заработали еще денег. Ну, в принципе... О, это что такое вот это вот? Золото. Типа мы можем золото заработать? Что-то я не понял. Так, сундучок какой-то. А, нужен интернет, ё-моё. Сейчас я что-то не понимаю. Ладно, давайте постреляем немножко. Ну, автомат такой как-то не очень. Автомата-то не видно. Все, давайте посмотрим что-нибудь другое. Ага, 99 голд. Вот за баксы 1200. Ё-моё, дорого все. Все дорого. Давайте пистолетик попробуем. Да, пистолетик он не особо такой. Ладно, давайте будем заканчивать. Сейчас эти секунды пройдут, дадут мне золото или нет. А, да, дали. А, нужен интернет. Все-таки, ребята, интернет нужен, чтобы через интернет проходиться. Ладно. Всем привет, ребятки. И начинаем играть в Hills of Steel. Так, у нас здесь интересная такая вот карта зимняя. И нам нужно уничтожить с вами, ребята, здесь босса. Чтобы он нам дал... Тихо. Чтобы он дал нам звезду. Соберем звездочки. И откроем новый танк. Будем собирать. Опа, смотри, едет. На, отдыхай. Готов.
У нас 200 монет почти что. Не сильно много, потому что мы открыли карту новую. Потратили 3000 монет. Но я думаю, мы насобираем этих монет, ничего страшного. Потому что в новой карте, как вы знаете, дают по 3 монеты. Так, этот чувак сам себя убил. Так, этого главное, смотри, щелкнуть. Он такой вот хитрый. Хитрый жук. Давай, давай, едь, едь, едь. А, что-то очень медленно ты едешь. Так, тут еще второй друг у тебя сразу, да? Где ты прятался, алло? Все, готов. Монетки забираем, они нам очень пригодятся. Чтобы нам танк свой улучшать потом за деньги. Так, чувак какой-то едет. На, еще давайте щелкну сейчас. На. Ага, дорогой друг, я тебя прошу, поставь лайк прямо сейчас. Чтобы я эти танки все уничтожил. И мне приехал босс, и я его тоже уничтожу. А босс скоро приедет. Так, этот. О, гад, смотри, что делает. Ё-моё. Есть, готово. Так, а ну-ка, у него тут выпирающая часть такая хорошая. Я прям в нее стреляю. Откуда ракеты идут. Так, ты бы мне сюда тоже не мешался, алло. Да. Ну ладно, будем ждать. Ух ты! Чуваки перевернулись, сейчас они сами себя щелкнут. Давай, ты тоже перевернись, а, чувак. Нет, этот переворачиваться не захотел. Но я ему помогу. Может быть, не перевернуться, но взорваться это точно. Так, и вот этих я сейчас позрываю. Да, есть, готово. Скоро, ребятушки, мы получим свою звезду. Здоровья, в принципе, у меня хватает. Я надеюсь, что мы проедем. Ух ты, готов. Готов. Так, вот он сколько. Так, ну этого, в принципе, несложно будет загасить. Есть. Уничтожили. Так, этот подорвался. Так, вот последний танк. И к нам едет уже босс. Вот он, босс. Кнут. Угу. Ну, этого чувака легко будет уничтожить. Ракетный. Ага, нифига, ты что, такой сильный, что ли? Ты на мои ракеты, тебе пофигу? Да, какие у него огромные эти штуки. Взрывающиеся бомбочки. Ай, хорошо, ребятушки, давайте мне эту звездочку. Все, еще одна звезда, и мы откроем сундук.